Добрый вечер, дорогие друзья. И мы очень рады с Михаилом Оленченко. Приветствовать вас в этом прекрасном зале. И можно сказать, я впервые буду выступать в этом зале, если не считать одного маленького моего выступления, очень раннего, на одном из фестивалей. И сегодня был объявлен как концерт по заявкам, но потом мы подумали, что есть хорошая возможность снять этот концерт. Уже давно не выходило видео дисков с концертами. И поэтому сегодня мы не будем по заявкам. Мы выбрали несколько песен, исходя из того, каких нету в предыдущих видеодисках. Вот, не обессудьте, друзья мои. Будете слушать то, что я вам предложу. Хорошо? Я выбрала 30 песен. Не знаю, уложимся или нет. Среди них есть и старые, есть и новые. Ну, в общем, начнем. Зацветет ли пышно крона, и какие даст плодочки, и хоть мой побег зеленый развернул свои листочки, зацветет ли пышно крона, и какие даст плодочки. Я еще совсем слепая, хоть и вижу свет порою, пелену с очей смываю покаянною слезою. Хочется понять мне, что же в множестве своих творений обо мне замыслил Боже, в чем мое предназначение. Хочется понять мне, что же в множестве своих творений обо мне замыслил Боже, в чем мое предназначение. Я еще не стала лучше, но к тому же есть повод, и мой ангел вопиющий за меня замолвит слово. Верю, что коснется радость сердца моего больного. Видит Бог, как я стараюсь лучше стать хотя бы немного. Верю, что коснется радость сердца моего больного. Видит Бог, как я стараюсь лучше стать хотя немного. А вот у меня небольшой технический вопросик. У нас
та пушечка почему-то вообще не работает. Во! Так она должна быть весь концерт. Следующая песня тоже одна из старинных, из первого альбома, называется «Следы на песке». Жил на земле человек, знал он и радость, и горе. В убогом отмеренный век доброе знал он и злое. Верность, обман и любовь, горечь, разлук и страдания, и нестерпимую боль в сердце от непонимания. Все испытал он, ну вот, жизненный путь завершился. Нет больше дел и забот. Где он, куда торопился? И без телесным себя чувствовал так непривычно. В прошлое глядя, скорбя, как бы живя в нем вторично. Словно следы на песке видел он жизни дорогу и различал вдалеке свой след и рядышком Бога. Только недоумевал, видя следов этих ленты, что Божий след исчезал. Спросил он свои беды, считая: Господи, был я без сил. Как мог меня ты оставить? Как? И на этот вопрос Бог отозвался смиренно: я на руках тебя нес. Песня «Вот я пришел» из предыдущего альбома. На сегодняшний день у меня 14 альбомов. Это песня из 13-го на стихи Мишеля Лазарева из Йошкар-Олы. Заслоняли страну от недругов с собой.
Но Богу так угодно было, что выжил он судьбе на зло, когда в палате госпитальной очнулся раненый боец. Ему сказали, мол, недавно тут приходил к тебе отец. Нам так запомнилась улыбка, добрый взгляд, как у Христа. Нет, здесь какая-то ошибка, солдат вздохнул, я сирота. Но мы же помним, как сказано, когда ты глаз открыть не мог, слегка поправив одеяло, вот я пришел к тебе, сынок. Что-то у меня такое ощущение, что Михаил в тени сидит. А? Не видно, Миша? Какое-то лицо прям темное. Или мне так сбоку кажется? Светлый лик. Темный. Так, давайте освещать Михаила. Давайте как-нибудь осветим. О! Так, а я из-за этого пострадала. Подождите, секундочку. Вот этот мой. А есть еще возможности другие? Третьи? Нет, так тоже дело не пойдет. Ну, двинься назад чуть-чуть. О! Нет, Миша в тени шел. Мишка, давай обратно подвигайся. На серединку вот этого светового пятнышка. Как вам там в камере? Нет, Миша темный. Там же были другие возможности, по-моему, вот эти вот. Давайте, друзья, а то у нас съемочка идет. Нехорошо, если тут Миша в тени так сидеть. Ну, есть там кто-нибудь на свету или на свете? Никого нет? Мы же вроде репетировали, у нас все получалось. Мы сказали, что осветите. Осветите или осветите Михаила? Миша, ты в тени. Тонкая натура. Так называется песня из альбома «От земли до неба». Раздражал,
опять к себе забрала и забыла она все его недостатки. Он был самым родным, от кого родила, хоть у них не всегда и не все было гладко. Он ее раздражал, он все делал не так, но она лишь теперь поняла это с болью. Он как лучше хотел, а она за пустяк обижала все время своей нелюбовью. Любить, чтоб когда-нибудь не опоздать.
хотели нас слушать. Торопитесь любить, чтоб когда-нибудь не опоздать. Оказывается, как поздно дети спать ложатся. Благодарю, дружочек. Ну, а у нас на очереди песня снова на стихи Мишель Лазарева и снова из альбома «От земли до неба». И песня называется «Фляжка». Ночное небо, он устремлял движение губ.
Для этого милого дитя, у которого завтра день рождения, мы исполним песню «Мудрец и царь». Чем твои ползаства, если
показал мне, где Бога нет. Я отдал бы больше, чем твои полцарства, если ты мне показал бы, где Бога нет. Песня из 14-го альбома, который составлен по заповедям блаженств, называется «Плотник. Блаженны миротворцы». Ссора первая большая, за 40 лет не в шутку, а всерьез. Когда же он вернулся через сутки от изумления, словно в землю врос, что это издевательство и шутка, через ручей был переброшен мост, но не успел он даже возмутиться, глядит навстречу, брат к нему спешит, но ты даешь. Стер мою границу, твоим великодушием я убит. В один момент забыв все то, что было, родные братья крепко обнялись и плотника остаться попросили. У них работы, дескать, завались, но плотник им ответил, улыбнувшись: благодарю, остаться бы готов, но я спешу, мне в этой жизни еще построить множество мостов. Песня «На пристани» из альбома «О тебе пою». Только в плавании
видеть образ светлый твой. И молитву материнскую принести тебе позволим за оставшихся на пристани, чтоб ты вдов их принял свой. И молитву материнскую принести тебе позволим за оставшихся на пристани, чтоб ты вдов их принял свой. Михаил, давай хитреца. По дороге шла толпа людей, каждый нес по тяжкому кресту. Двигались они немало дней, отмеряя за верстой версту. Этих путников хитрец, незаметно к лесу он свернул и спилил там у креста конец, чтобы крест не так плечо тянул. И довольный путников догнал, с легкой ношей весело идти. Только об одном хитрец не знал, ущелье было впереди, и кресты над пропастью легли прямо от начала до конца. По крестам они перебрались, все за исключением. Правильно, хитреца. Крест его теперь был слишком мал. Выбрал жребий сам себе хитрец. Свой же крест никто ему не дал, ведь спасти чужой не может крест. Свернуть в манящий лес, знает Бог, несешь ты для чего этот тяжким кажущийся крест. Знает Бог, несешь ты для чего этот тяжким кажущийся крест. Так непривычно, когда я с залом не общаюсь. Обычно у нас такие беседы проходят. Все выкрикивают вниз, что бы они хотели. Я выбираю из того, что выкрикивается. Но такой концерт у нас будет 19 апреля в концертном зале «Королевский». И билетики уже сегодня есть. И даже здесь. Это я так, на всякий случай. Вот, а сейчас мне хочется исполнить для вас песню,
который называется «Отшельник Горбун». Это песня из альбома «От земли до неба» на стихи Анны Саниной Царьковой. Вернулись точно в срок.
мыслей немало. Несколько слов. Светлану мне подарила Валентина Васильевна Толкунова, царство ей небесное. Я почти убеждена, что она радуется сейчас, просто радуется. Каждому из нас сегодня пришла в сердце благая весть. И эта благая весть так проста и понятна. Это Светлана вошла в наше сердце. Редко встречаешь в жизни такого светлого человека. И имя у нее светлое, и душа у нее светлая. И от нее столько света и тепла каждому из нас, каждому в этом прекрасном храме Христа Спасителя, наконец, света. Здесь, на этой сцене, которая давно ее ждала. Я хочу попросить послать Светлане ангела с небес и попросить Господа Бога о том, чтобы от всех напастей он всегда свету спасал бы. Я благодарю судьбу за встречу с вами, дорогая Светлана. Вы такая красивая, такая молодая. Смотреть и слушать вас – одно удовольствие. Все мы в канун Великого Поста, в канун завтрашнего прощенного воскресенья проходим вместе с вами сегодня очищение. Дай вам Бог! Прекрасные слова сказала Зинаида Федоровна Драгункина, и я очень благодарю, что вы выбрали время прийти сегодня в этот зал. Да, действительно. Действительно, грядет Великий Пост, и мне хотелось бы пару-тройку песен исполнить в преддверии Великого Поста, покаянных. Есть у меня альбом «О тебе пою», где такие песни, как, допустим, «Грех». Но прежде я хотела бы уточнить, все ли знают, что такое слово «ашую». «Ашую». «Одесную», «ашую». «Слева», да. И в данном контексте
А шую — это значит «не с Богом». Просто здесь упоминается это слово, и, может быть, для тех, кто не поймет и не знает этого слова, я предваряю. Итак, песня «Грех». Во мне живет среди пороков многих один, что жизнь мне косит на корню. И сколько б я не каялась пред Богом, никак я этот грех не изгоню. Я на него поставила все ставки, я не на жизнь, а на смерть с ним борюсь. Но если честно, я сейчас лукавлю, самовольно отдаюсь. Он жжет мне грудь, он совесть мою мучит, он не дает мне полноценно жить. И надо мной спущает небо тучи, и от меня мой ангел прочь бежит. А я стою с душою прокаженной, на лик Христа не смея глаз поднять. Но почему я даже пред иконой слабовольная опять? Святых людей я на пути встречаю и о молитве за себя прошу. Но быть святой я только лишь мечтаю, а делом все никак не докажу. И этот грех, да будь же он не ладен, идет со мною в ногу, словно тень. Мы вместе с ним окажемся в аде. Один отнюдь не за горами день, который год мою он тянет шею, как будто камень скрытый ото всех. Но почему я так его лелею, мой бесконечно ненавистный грех? Пора бы мне прислушаться к рассудку, покаяться, как мытарь в грудь бия, чтоб пред судьёю праведным в день навек ошую не осталась я. Пора бы мне прислушаться к рассудку, покаяться, как мытарь в грудь бия, чтоб пред судьёю праведный в день судный навек ошую не осталась я. Запомните эту девушку. Это Елена Степанова. Во втором отделении я выйду в ее платье. «Блудный монах» — так называется песня из последнего на сегодняшний день альбома. «Блажен, кто верует» называется альбом. По девятой заповеди блаженства. Блаженны вы, когда поносят вас. Под покровом темной ночи, позабыв про Божий страх, шел под зонтиком сутулец в дом терпимости монах. Вдруг торговка увидала, как он в двери заходил, и пошла молва людская, что монах в пороке жил. Город весь пришел в волнение,
пересуды тут и там. А монах его с недой, как и прежде, ходит в храм. Причащается бесстыдно, он святых христовых тайн, чем смущает очень сильно всех достойных христиана. Слишком ревностные братья тут решили разузнать, часто ли туда он ходит, чтоб епископу сказать. Даже группа появилась соглядатая с тех пор, ведь монаха поведение ниже всех моральных норм. Поджидали в карауле, осуждением горя, вот он снова появился, ждали знать его не зря. Подтвердилось, подтвердилось, ну, браток, теперь держись, и у блудного монаха началась другая жизнь. Кто-то тайно, кто-то явно каждый грешник осудил, кто в лицо ему смеялся, кто в окно помогирил. Все показывали пальцем и качали головой, и из трапезной голодным уходил монах домой. Только он был рад, как будто и насмешкам, и плевкам, вызвал тут его епископ: «Отлучай блудника, ночь даю тебе на сборы», — говорил он грозно с ним, — «чтобы больше не позорил нас присутствием своим». Разнеслась на утро новость, ночью помер тот монах. От такого наказания обуял всех божий страх. Город весь гудел, как улей, говорили лишь о нем, и собрался возле гроба чуть не весь публичный дом. Зашушукали зеваки, и не стыдно здесь им быть, но девицы рассказали, как монах умел любить. Все, что скапливал за месяц, девки за ночь отдавал, и с отеческой любовью жизнь исправить умолял. Им рассказывал о Боге, о спасении души, и о том, как это чудно по законам Божьим жить. И теперь девицы эти жизнь другую обретя, горевали безутешно, робко в Божий храм войдя. Лик почившего монаха несказанно светел был, и епископ слез не пряча, отпевание служил. Как же мы порой жестоко всех поносим и клеймим, из гордыни бесовской над святыми суд чиним. Как же мы порой жестоко всех поносим и клеймим, из гордыни бесовской над святыми суд чиним. Касается Валентины Васильевны Толкуновой, с которой мне посчастливилось общаться 2 года, хочу сказать о том, что через год после ее ухода мы сняли такой фильм «Воспоминания», где я, сидя у камина, в течение часа рассказываю о том, как мы с ней познакомились, какие были наши встречи. Они были нечастыми, но очень яркими, запоминающимися. И вот я вспоминаю об этом удивительном, светлом человеке, у которого я многому научилась. В этом фильме можно увидеть и услышать, как она поет мои песни. Это и репетиционные моменты, и у нее дома я снимала, и концертные фрагменты, и какая-то уникальная хроника, фото и видео использовано в этом фильме. А главное, я постаралась рассказать о ней как о человеке духовном, верующем и очень светлом. И многие люди, посмотрев этот фильм, неоднократно признаются в том, что они теперь молятся о упокоении души. И мне отрадно это слышать. В
фильм называется «Любовь побеждает смерть». Он тоже есть сегодня в числе прочих. И мне хотелось бы еще предложить вашему вниманию в этом отделении, а у нас их с вами два, предложить вашему вниманию песню на стихи. Кстати, друзья, пока не забыла. Вот такие анкетки вы увидите в фойе, где вам предлагается галочкой поставить, это для нас, отметочку, откуда вы узнали о сегодняшнем концерте. Либо это афиши, либо это канал «Союз», или где-то в храме вы услышали, друзья сказали. Вот. И внизу вам предлагается, если вы хотите получать информацию о дальнейших моих концертах, оставить либо электронный адрес, либо телефончик свой. И вы получите смс-очку с концертом, который состоится 19 апреля и с последующими также. А сейчас мне хочется предложить вашему вниманию песню на стихи удивительного русского поэта Сергея Бехтеева. Это песня из альбома «Прости нас, государь». Альбом посвящен царской семье, 400-летию дома Романовых. Там собрана только царская тема. И Сергея Бехтеева как раз называют царским гусляром, певцом Святой Руси, ибо он очень почитал царскую семью и Россию, несмотря на то, что он был вынужден эмигрировать. Он был белым офицером, и когда большевики разорили его родовое поместье, в котором он родился, не оставив камня на камне, он вынужден был уехать за границу. И похоронен он во Франции на кладбище Кокат. Это русское кладбище. Эти стихи как-то сами собой легли на музыку, несмотря на то, что очень много есть вариантов этой песни. Но у меня свой, я подумала, что он тоже имеет право на существование. Тем более трогательно, что эти стихи, в числе прочих, были переданы царской семье, когда та оказалась в ссылке в Тобольске. И доподлинно известно, что царь Николай плакал, читая эти стихи. А стихотворение «Молитва» было даже переписано рукой великой княжны Ольги. Сейчас мы исполним с Михаилом Оленченко эту песню. И я хочу еще вам кое-что рассказать о Сергее Бехтееве, прежде чем мы покинем этот зал для 20-минутного перерыва. Итак, молитва. Покой душе смиренной в невыносимый смерть.
пчелы молиться кротко за врагов. Молиться кротко за врагов. Михаил Оленченко. Я понимаю так, что остались самые крепкие орешки, которые рассаживаются. Действительно, час уже поздний, но я не могла во время службы начинать концерт. Это было бы некрасиво. Песня Юра, мою гитару добавь, пожалуйста, в монитор, Миша. Чуть-чуть. Угу. Песня называется «Люблю» на стихи Виктора Перепелки. Люблю, когда
песнообраза. Я не могу обидчиков обидеть. Люблю любить, что не любить нельзя. Люблю любить, что впору ненавидеть. Люблю, когда иконы на стене, когда в молитве надобность, как в хлебе. Люблю, когда два солнца светят мне, одно на куполах, другое в небе. У меня к осветителю, к нашему, большой вопрос. У нас в первом отделении вот эти горели сейчас не горят. У нас не смонтируется концерт. Нехорошо мне об этом говорить. Простите. Ага, оказывается, надо обратно тушить. Я правильно поняла? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Пусть будет так, хорошо. От земли до неба. Как часто мы, обращая внимание на ерунду, а песня, которую сейчас исполню, называется именно «Ерунда», как часто мы теряем что-то очень важное в жизни. Стихи Марии Семеновой.
давно, да запомнилось людям навек. Жил в деревне лесной старый дед с бородою, как снег. Озабочился ты пустоватого дома вокруг. Рано умерли сын и невестка, но радовал внук. Для него и трудил дед себя, на печи не лежал, на охоту ходил и хорошую лайку держал. Внук любил наблюдать, как возились щенки во дворе, чисто рыжие в мать и в породу ее матерей. Но однажды, когда по-весеннему капала с крыш, вот еще ерунда, родился чернопегий малыш. Знать породе конец, молвил дед, утоплю поутру. Тут взмолился малец: я себе его, дед, заберу. Пусть побудет пока, пусть со всеми сосет молоко. Но пронять старика оказалось не так-то легко. Вот рассвет залил, снились внуку охота и лес. Дед ушанку надел и в тяжелые валенки влез. Снился внуку привал и пятнистая шерстка дружка. Дед за шиворот взял и в котомку упрятал щенка. Ишь, собрал. Наше дело породу беречь, но поплачет чуток, она завтра забудет о чем, и скулящий мешок канул в воду, покинув плечо. Вот и ладно, хотел возвращаться он в избу свою. Тут внучок подоспел и с разбега бултых в полынью. Что ты делаешь? Удался не по возрасту смел, только ахнул старик, не успел даже прянуть вперед, а течение вмиг утянуло мальчонку под лед. Разбежались круги в равнодушной холодной воде. Вот такие торги и такая цена ерунде. Без хозяина двор догнивает обрушка.